його ранок завжди починається з нетривалої розминки. Сьогодні цими вправами він поділиться із нами. Тренер з хатха-йоги з 2008 року, інструктор та керівник центру гарячої йоги Дмитро Жук. Доброго ранку, друзі! Сподіваюся, у вас такий самий настрій позитивний, як і у мене. Продовжуємо займатися спортом на вулиці, заряджатися позитивним, гарним настроєм і фізичним настроєм. Сьогодні будемо виконувати знову вправи з йоги, щоб ваше тіло було завжди гарним. І в цьому нам допоможе сьогодні тренер з йоги Дмитро Жук. Доброго ранку! Які вправи сьогодні виконуватимемо? Доброе утро, друзья! Доброе утро, Татьяна! Сьогодні ми з вами продовжимо займатися фізичними упражненнями на свіжому воздухі і будемо виконувати легкую суставно-сухожильную разминку. Исходное положение, друзья, стопы вместе, руки на пояс, правая нога опорная. Левую ногу поднимаем на 60 градусов над полом. И на 4 счета носок ноги тянем на себя, от себя. Поехали вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь вращение стопой. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Снова меняем направление. Два, три, четыре. В другую сторону. Два, три, четыре. Хорошо. Опускаем ногу. Стопы вместе. Ноги пригибаем в коленях. Колени вместе и ладони опускаем на колени. Теперь вращение коленями. Четыре счета в одну сторону, четыре счета в другую. Поехали. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Поднимаемся. Теперь у нас прорабатывать будем мы тазобедренные суставы. Руки на пояс. Правая нога опорная. Левую сгибаем в колени до прямого угла. Бедро должно быть параллельно земле. Выполняем следующее. Четыре вращения колена от себя. Четыре вращения колена к себе. Поехали. От себя. Раз, два, три, четыре. К себе теперь. Раз, два, три, четыре. И другой ногой. Левая опорная. Правую сгибаем в колени. Бедро параллельно земле. От себя. Поехали. Раз, два, три, четыре. К себе. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Опускаем ноги. Снимаем напряжение с ног. Теперь вращение тазом. Стопы должны быть параллельны друг другу на ширине таза, руки на поясе. Четыре счета в одну сторону, четыре счета в другую. Поехали вместе. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь следующее. Вращаем торсом. Нижняя часть тела у нас неподвижна. Кулаки сжимаем, кулаки плотно прижимаем к грудной клетке. Торс наклоняем вперед и поехали. Вращение. Раз. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Следующее упражнение. Руки на поясе. И выполняем наклоны головы на 4 счета. Вперед, назад, влево, вправо. Поехали вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. На этом, друзья, все. Этот комплекс предназначен для разминки перед любой тренировкой. Как дома, так в спортзале, на улице, на природе, на пляже, где угодно. Тренируйтесь с нами, тренируйтесь сами. Розігрілися на славу. Нагадую, сьогодні нам допомагав тренер з йоги Дмитро Жук. Тепер бажаю вам гарного дня. Займайтеся разом із нами і будьте завжди гарні.